Первый полет после почти двух лет простоя. Лайнер Boeing 737 Max вновь поднялся в воздух с пассажирами на борту. Регулярное сообщение с использованием этого самолета должно начаться в конце года. После устранения проблем с безопасностью самолет принял на борт группу журналистов, которым продемонстрировали обновленный вариант воздушного судна. Рейс из Далласа, штат Техас, в Талсу, штат Оклахома, длился 45 минут. По прилету представителям СМИ устроили экскурсию в ангар, где рассказали о проделанной над лайнером работой. Самый продаваемый самолет Boeing был отстранен от полетов в марте 2019 года, после того, как в двух катастрофах за 5 месяцев погибли 346 человек. Это стало самым серьезным кризисом безопасности в отрасли за последние десятилетия и подорвало лидерство США в области авиастроения. Основной проблемой лайнера оказалось программное обеспечение, в частности, система предотвращения сваливания. В обоих случаях, когда самолеты разбивались, автоматика принудительно опускала нос машины и не давала пилотам восстановить над ней контроль. Теперь программу обновили, и производитель уверяет, что Boeing 737 Max стал полностью безопасным. Первый его коммерческий рейс запланирован на 29 декабря. В качестве еще одной демонстрации уверенности в самолете европейская бюджетная авиакомпания Ryanair собирается разместить заказ на покупку 75 дополнительных лайнеров.